Информационно-пропагандистская группа Солигорского районного исполнительного комитета, которую возглавил председатель райисполкома Олег Поскробко, встретилась с жителями агрогородка Красная Слобода. Главная тема встречи – место и роль местных советов депутатов Республики Беларусь в реализации государственной политики. В работе группы приняли участие представители ЖКХ «Комплекс», правоохранительных органов, здравоохранения. С докладом по основной теме выступил заместитель председателя районного совета депутатов Александр Гирель. Он подробно рассказал о деятельности районного совета депутатов 27-го созыва. Председатель Солигорского райисполкома Олег Поскробко дополнил доклад и призвал жителей агрогородка активно включаться в избирательную кампанию. Напомним, выборы в местные советы депутатов пройдут 18 февраля. Мы, в принципе, уникальный район, да, Солигорский. И, по сути дела, нами представлены все депутаты, да, всех уровней. У нас есть и член Совета Республики, это Головат Иван Иванович, вы все хорошо его знаете. У нас есть два депутата в Палате представителей, да, это Нижняя Палата Национального Собрания. У нас есть 6 областных депутатов, ну и, соответственно, порядка 40 районных базовых депутатов. Встреча продолжилась индивидуальными беседами с жителями Красной Слободы, у которых к властям были личные вопросы. Всего на прием записалось 6 граждан. Обращения затрагивали тему жилищно-коммунального хозяйства. Звучали темы ремонта дороги, фасадов зданий, уличного освещения. Одна из жалоб была коллективная и касалась некачественного покрытия одной из улиц поселка. По каждому обращению граждане получили разъяснение и получат письменный ответ в сроки согласно законодательству об обращении граждан.